55-летний певец Валерий Меладзе скоро станет отцом в шестой раз. Его вторая жена, 41-летняя Альбина Джанабаева, сообщила поклонникам о своей третьей беременности. Роман между популярным певцом Валерием Меладзе и его бэк-вокалисткой Альбиной Джанабаевой начался в начале нулевых годов. В то время мужчина состоял в браке с Ириной Малухиной, которая родила ему трех дочерей – Ингу, Софью и Арину. Валерий и Альбина так тщательно скрывали свои отношения, что законная супруга певца несколько лет ни о чем не догадывалась. Тем временем Альбина получила повышение по карьерной лестнице и из бэк-вокалисток превратилась в солистку группы «Виагра». Тайное всегда становится явным, Валерию пришлось признаться, что Константин – сын Альбины Джанабаевой, рожден от него. Он развелся с Ириной и в 2014 году женился на Альбине. В том же году на свет появился их второй сын Лука. Константин уже совсем взрослый, в феврале этого года ему исполнилось 17 лет. Он не собирается идти по стопам своих родителей, его больше интересует наука, техника и спорт. Еще в 2019 году Альбина заговорила о том, что мечтает о третьем ребенке. Сегодня она выложила в социальных сетях фотографию, которая не оставляет сомнений, совсем скоро мечта певицы сбудется. Скрытная Альбина Джанабаева смогла сохранить тайну практически до самых родов. Пока неизвестно, родится ли у Альбины и Валерия третий мальчик или на этот раз мужскую компанию разбавит девочка.